Закадровый голос убирается. Уважаемые граждане России, дорогие друзья, семейство Пупкиных сделало все для приятной встречи Нового года. И припасенная для этого торжественного случая бухлишка будет очень кстати. Спасибо Серафиме Матрасовне за салаты. Зацените. Думаю, что они лучше и вкусно. По традиции попрошу главу семейства наполнить бокалы. Смотрите, не проливайте мимо. Конечно, не всем удается встретить Новый год трезвым. Но я верю, что Серафим Матрасович исполнит свой наливающий семейный долг. Если он не сможет, то обязательство наливающего должен взять на себя его близкий друг, проверенный. Мы благодарны всем тем, кто днем и ночью, в будние дни и в праздники, всегда на посту. А сегодня особенный праздник, поэтому смотрите мне, мужики, не подводите. И если сегодня хоть кто-нибудь из вас напьется, то завтра будет болеть, как последний, в общем, не завидую. Проявите же свою волю, решительность, твердость руки. Впрочем, эти качества нужны нам везде, всегда и в любом деле. До наступления Нового года остались считанные секунды. Давайте пожелаем друг другу успехов, радости и счастья. Поблагодарим друг друга за внимание и поддержку, за твердую руку. И обязательно произнесем тост за гостеприимную семью Пупкиных. С праздником вас! С новым 2023 годом! Закадровый голос убирается.